Французская кухня славится по всему миру своей изысканностью и вкусовыми качествами. Сегодня я расскажу, как приготовить французские тосты с яблоками, которые отлично подходят к завтраку или перекусу. Такие тосты можно смело подавать вместо привычной яичницы или бутербродов, особо по вкусу они придутся деткам, которые так любят сладкое. Готовое блюдо можно украсить шариком мороженого или сливочным сыром, яблоки можно заменить или дополнить грушами, орехами. Подаю блюдо обязательно горячим, сразу со сковороды. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Яблоки мою разрезаю на две части, вычищаю семена, плоды очищаю от кожуры. 2. Подготовленные яблочные дольки нарезаю небольшими кусочками. 3. Сковороду отправляю на огонь, кладу в нее кусочек сливочного масла, растапливаю его, а затем выкладываю яблоки, обжариваю их на среднем огне. Добавляю к ним по вкусу корицу и столовую ложку меда, перемешиваю и готовлю до образования красивой корочки. 4. В миску вбиваю куриные яйца и вливаю молоко, перемешиваю. Ставим лайк и подписываемся. 5. Булочки разрезаю на две части, каждую с двух сторон обмакиваю в молочно-яичную смесь. 6. На отдельной сковороде обжариваю булочки с обеих сторон, затем выкладываю их на тарелку. 7. На обжаренные тосты выкладываю яблоки, подаю блюдо горячим, приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Обещанный список ингредиентов. Яблоко – 2 штуки, булочка – 2 штуки, яйцо – 2 штуки, молоко – 100 мл, сливочное масло – 20 грамм, мед – 1 столовая ложка, корица – по вкусу, количество порций – 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Буду скучать без вас.